Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком приснились зайцу. По первому снегу заяц прибежал к медвежонку. «Медвежонок, ты лучший из всех, кого я знаю», — сказал заяц. «А ежик?» «Ежик тоже хороший, но ты лучше всех». «Да что с тобой, заяц, ты сядь, успокойся, чего ты прыгаешь?» «Я сегодня проснулся и понял», — сказал заяц, — «что лучше тебя нет на свете». Вошел ежик. «Здравствуй, медвежонок», — сказал он. «Здравствуй, заяц! Вы чего сидите в доме? На улице снег!» «Я собрался идти к тебе», — сказал медвежонок. «А тут прибежал он и говорит, что я лучше всех». «Верно», — сказал ежик. «А ты разве не знал?» «Правда он самый лучший?» — спросил заяц. «Еще бы!» — ежик улыбнулся медвежонку и сел за стол. «Давайте пить чай!» — стали пить чай. «Вот слушайте, что мне сегодня приснилось», — сказал заяц. «Будто я остался совсем один в лесу. Будто никого-никого нет, ни птиц, ни белок, ни зайцев. Никого. Что же я теперь буду делать?» — подумал я во сне и пошел по лесу. «А лес весь в снегу, и никого-никого. Я туда, я сюда. 3 раза весь лес оббежал, но ни души, представляете?» «Страшно», — сказал ежик. «Ага», — сказал медвежонок. «И даже следов нет», — сказал заяц. «А на небе вата». «Как вата?» — спросил ежик. «А так, ватное толстое небо. И глухо, будто под одеялом». «Откуда ты знаешь, что глухо?» — спросил медвежонок. «А я кричал, крикну и прислушаюсь». «Глухо». «Ну-ну», — сказал ежик. «И тут...» «Что?» «И тут, представляете, из-под старого пня, что на опушке, за холмом? Нет, у реки. Из-под старого пня, что на опушке у реки, вылез...» «Ну же!» — сказал медвежонок. «Ты!» — сказал заяц. «Медвежонок!» «Так что же я там делал под пнем?» «Ты лучше спроси, что ты делал, когда вылез». «А что я делал?» «Ты вылез и так тихонько-тихонько сказал: не горюй, заяц, все мы одни». Подошел ко мне, обнял и ткнулся лбом в мой лоб. И так мне сделалось хорошо, что я заплакал. «А я?» — спросил медвежонок. «И ты», — сказал заяц, — «стоим и плачем». «А я?» — спросил ежик. «А тебя не было», — сказал заяц. «Больше никого не было, представляешь?» Заяц обернулся к медвежонку. «Пустой лес, ватное небо, никого, а мы стоим и плачем». «Так не бывает», — сказал ежик. «Я обязательно должен был появиться». «Так это же во сне», — сказал медвежонок. «Все равно. Просто вы плакали и не заметили, как я вышел из-за куста. Вышел, стою, вижу, вы плачете. Ну, думаю, плачут. Значит, есть причины. Не стал мешать». «Не было тебя», — сказал заяц. «Нет, был». «Не было». «А я говорю, был», — сказал ежик. «Просто я не хотел мешать вам плакать». «Конечно, был», — сказал медвежонок. «Я его видел, краем глаза». «А что же ты мне не сказал?» — сказал заяц. «А видел, что ты потерянный. Сперва, думаю, успокою, а потом скажу». «А потом чего говорить-то? Ежик, он ведь всегда со мной». «А по-моему, мы все-таки были одни», — сказал заяц. «Тебе показалось», — сказал ежик. «Примерещилось», — сказал медвежонок. «А если так, что у меня с собой было?» «А у тебя с собой что-нибудь было?» «Ага». «Мешочек», — сказал ежик. «С морковкой», — сказал медвежонок. «Правильно», — сказал заяц. «Вы знаете, кто вы для меня? Вы для меня самые-самые лучшие из всех, кто есть на земле».